Сегодня мы будем с вами готовить цветную капусту в кляре, так как сейчас осень, и эта капуста считается хит сезона. Итак, капусту я разобрала на такие соцветия. Сейчас мы ее опустим в кипящую воду и несколько минут мы ее проварим. Опускаем нашу капусту в кипяток, пусть она немного проварится. Пока капуста варится, мы приготовим для нее кляр. Для этого нам нужно будет куриные яйца, мука, вода, соль и молотый перец. Вот такой кляр у нас получился. И будем доставать нашу капусту. И оставим ее, чтобы она немножко остыла, так как она у нас еще горячая. Обжаривать мы будем на сливочном масле, поэтому мы его сейчас растопим и будем обмакивать нашу капусту в кляр и обжаривать со всех сторон. Итак, обмакиваем капусту. Обжариваем со всех сторон до готовности. Вот так она у нас до золотистого цвета обжаривается. Кстати, нужно не отходить и следить, потому что очень быстро она готовится. Может пригореть. Капусточка уже обжарилась и будем выкладывать. Она получается очень нежная, вкусная. Я уверена, что даже ваши дети полюбят эту капусту. Потому что многие не любят капусту. А в таком виде им очень понравится она. Дожаривается вторая партия. Вот такая она у нас получается. Капуста готова. Вот такая у нас она. Нежная, вкусная получилась. Всем приятного аппетита!